Здравствуйте, это Дмитрий, мастерская Винтаж Аудио. Ну вот у нас тут парад аппаратов Сансуй на нашей стоечке, да, демонстрационный. Значит, сейчас разговор пойдет о CD-плеере. О CD-плеере. Это серия Альфа, Limited Edition, ну, 717 в данном случае, CD-717 от Сансуй. Вот сейчас резкость наведется, я надеюсь. Да, вот все это случилось. Значит, здесь, ну, здесь много чего интересного, на самом деле. Вот посмотрите, как он внутри устроен. У него два трансформатора, то есть отдельно, соответственно, цифровые и аналоговые цепи запитаны отдельными трансформаторами. Сам производитель утверждает, что здесь 15 независимых источников питания, ну, 15 стабилизаторов. Ну, в общем, это похоже на правду. Мы там видим такую достаточно сложную схемотехнику, здоровенный конденсатор вот в питании. Фильтры питания тоже используются. Ну, в общем, как бы все хорошо, да. Медная задняя панель, соответственно, ну, убраны там какие-то магнитные наводки влияния и все такое. Ну, это, в общем, довольно часто можно встретить. Значит, здесь из интересного, наверное, сам ЦАП, который, вот как они его называют, МАШ. Он здесь третьего поколения. Это, в общем, такая серьезная технология, которая увеличивает частоту преобразования, вот, ну, дискредитации, то есть до там, каких-то там, ну, я не знаю, чуть не в 1000 раз там написано. Вот, значит, ну, в степени n, там, единичку они умножают на n, здесь у нас 8 написано, степень 8, ну, в общем, сложно, не стали разбираться, что да как. Вот, была в свое время такая технология, и считается, что это, в общем, не просто однобитный ЦАП, а такая достаточно сложная история, но, наверное, очень неплохо. Звучит он, конечно, великолепно, эта штука. Значит, здесь из интересного это механизм диска. Вот он сейчас выехал. Значит, там 4 мотора применяются, там какая-то полимерная каретка. Вот, никаких там, ну, ни пасиков, ничего там нет. Значит, все как бы здорово. Один из сетевых трансформаторов, значит, он... У них вибро независим, но это любят Сансуй у нас это делать. Они вот про вот эти виброгашения постоянно какие-то истории рассказывают. Ну вот, соответственно, плей у нас, значит, случился, да, и мы можем, наверное, что-то даже послушать. Это надо еще усилитель мощности включить. А сейчас там защита отработает, и что-то мы там услышим. Так, вот. Песню чуть потише сделаем. Ну, понятно, там все для стандартно для CD-проигрывателя, там тех лет, да. Соответственно, обычное управление. Еще здесь пульт есть дистанционное управление. Вот, что там еще интересного. Ну, вся схемотехника, она балансная, значит, симметричная. Практически нет никаких. Ну, серьезных каких-то ограничивающих качество звука элементов, то есть конденсаторов проходных, там еще что-то. В общем, все очень грамотно спроектировано, все как бы неплохо. Ну, естественно, для Сансуй это традиционная земля там в одной точке. Так, что там еще? Ну, в принципе, наверное, больше тут сказать нечего. Описание смотрите. Вот на английском языке можно перевести, там, если проблемы какие-то с пониманием технических терминов. Ну, в общем, все как бы неплохо, да? Ну, естественно, да, вот отличное шасси, тяжелый аппарат, деревянные бока. Очень он красив. Ну, естественно, это Альфа, это и Limited Edition. Это, в общем, топовая для Сансуй история. Вот еще разочек давайте диск откроем. Ну, все это плавненько ездит и все такое, да? Ну, вот, собственно. Ну, так как он к нам в ремонт все-таки пришел, то, соответственно, понятно, что какие-то неисправности были. И пришлось там с ним немножко поработать. Вот, но это все уже для клиента информация. Ну, сейчас аппарат исправен. Вот, собственно, как бы так. Спасибо, что досмотрели до конца. Слушайте хорошую музыку на хорошей аппаратуре. До новых встреч!